40 коек кардиологии, 40 общей неврологии и 30 коек первичного сосудистого отделения начали работу. Как мы все видим, пациенты у нас уже в корпусе, все есть, оказываем медицинскую помощь. Директор Щелковской областной больницы Дмитрий Логинов показывает гостям открывшийся после капитального ремонта терапевтический корпус первого филиала больницы на улице Краснознаменской. Работы велись с 2020 года в рамках госпрограммы здравоохранения Подмосковья. Сумма ремонта составляла около 90 миллионов рублей. В течение года мы его сделали в этом корпусе. Ну, при помощи подрядчиков, при помощи финансирования правительства Московской области по программе. Четырехэтажный терапевтический корпус теперь соответствует всем актуальным требованиям. Полный ремонт помещений, автономная вентиляция, новые лифты, новая мебель, медицинская и офисная, система видеонаблюдения, электроника. Филиал номер один сохранил свой профиль – лечение неврологических и кардиологических больных. Но появилось много нового. Организовано первичное сосудистое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Раньше таких тяжелых пациентов приходилось госпитализировать в соседние города, где им могли оказать специализированную помощь. Теперь такая возможность есть и у нас. Новое оборудование и с учетом изменившейся логистики и возможностью попадать пациентам к нам в более ранние сроки от начала заболевания, возможность проведения тромболитической терапии. Это принципиальное отличие. Предназначено для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и с начальным этапом реабилитации, с возможностью проведения начального этапа реабилитации. Функционируем мы в 100% режиме, абсолютно полная загрузка ежедневная. Свободных коек у нас практически не бывает. Для тяжелых больных теперь могут проводить и полноценные реанимационные мероприятия. Отделение расположено на первом этаже, где раньше был блок интенсивной терапии. Блок интенсивной терапии, отделение реанимации – две принципиально разные вещи. Соответственно, появилось больше возможностей, появилась более современная аппаратура, изменилась логистика поступления пациентов. 6 коек, соответственно, мы можем одновременно принять 6 пациентов, но с возможностью расширения до 9 пациентов вполне можем принять. Дмитрий Логинов провел гостей по так называемому маршруту пациента. Больной попадает в приемное отделение, где проходит первичный осмотр врача, назначаются обследования и решается вопрос о госпитализации. Тяжелые пациенты с неврологической патологией, с инсультом, в первую очередь направляются на исследование компьютерной томографии. Кабинет КТ находится в старом двухэтажном смежном корпусе. С улицы к нему ведет отдельный вход. Работать он начал еще 2 года назад. В условиях пандемии мощный прибор в круглосуточном режиме помогал пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня здесь чистая зона, инфекционных больных нет, и томограф обслуживает стационар и амбулаторных пациентов. Благодаря Министерству здравоохранения у нас стоит очень хороший компьютерный томограф Philips, 64 среза, по-моему. Для исследования и головного мозга, и урино-выгрудной клетки, брюшной полости, все возможные исследования с внутривенным контрастированием для уточнения диагноза. Кстати, что касается этого двухэтажного корпуса, где раньше находилось кардиологическое отделение, то он следующий в очереди на ремонт. Подготовительные работы уже начались. В настоящий момент заключен контракт на проектирование и капитальный ремонт. Срок этого контракта чуть больше 300 дней. То есть подрядчик, который уже определен и приступил уже к проектным работам, должен спроектировать и полностью отремонтировать и сдать в течение года уже отремонтированную, ну так скажем, двухэтажный корпус. Развитие здравоохранения – это очень важно. Такие задачи нам ставит губернатор Московской области и глава городского округа Щелкова Андрей Алексеевич Булгаков. Поэтому спасибо большое за поддержку и правительству Московской области, и Министерству здравоохранения. То, где мы сегодня присутствуем, это удобно, это комфортно, это современно. В гости принято приходить с подарками. От фонда «Рождественская звезда», регионального отделения Народного фронта и областной общественной палаты коллективу первого филиала Щелковской областной больницы большой торт. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.